Всем привет! Давайте рассмотрим, что такое карта окружения и как ее можно использовать в ZBrush. Давайте откроем модель какую-нибудь. То есть вот это будет так, и вот на примере модели на этом экране я покажу, что такое карта окружения. Сначала давайте посмотрим, где ее скачать. Вводим в поисковике именно по-английски Environment Map. Вот это вот. Напечатайте. И он нам высвечивает вот карты окружения. Вот так они выглядят. Скачать их можно простенько. Вот лес есть. Сегодня очень быстрый у нас Ростелеком. Скорость зашкаливает прям. Сохраняем вот эту вот карту. И сейчас мы ее подставим в ZBrush, посмотрим, как это все выглядит. Так, модель у нас установлена, заходим в лифт, нажимаем background, ставим, выбираем текстуру, загружаем, жмем импорт, находим нашу карту скачанную. И посмотрим, что будет происходить. Вот наша карта. И вот так можно работать, чтобы, ну, как будто у вас модель на природе, что ли. Вот можете так лепить. Вот. Смотреть по сторонам. Простенько, прикольно. Все, всем пока. Находите карты, какие вам подойдут, и вставляйте. Будет прикольно. Также можно делать здесь снимки, скриншоты. Если вот так вот можно, как будто человек на природе. О. Такая модель может так выглядеть. Все, всем пока.